От Мицамора до Китая, литейным цехам в Армении, 6000 лет. Раскопки руин в археологическом поселении Мицамор в Центральной Армении в Бронзовом веке выявили очень крупную металлургическую промышленность, включая литейный завод с двумя видами доменных печей. Известно, что литейный завод добывал и обрабатывал золото, медь, несколько видов марганца, цинка, стрихнина, ртути и железа. Было обнаружено несколько огромных подземных пещер, которые, как полагают, были хранилищами для основного металла. Первое железо в древнем мире, вероятно, было получено здесь, хотя часто оно использовалось как бронза. Металл из литейных цехов Мицамора в дальнейшем был перевезен в Египет, Центральную Азию и Китай.